Ну что, друзья, всех рад приветствовать, с вами я, Пандос FXович, и по выражению моего лица видите, насколько я доволен. Последний ролик в этом году. И какой, с каким дропом, самым лучшим, в прямом смысле подарок от Electronic Arts, прям под елочку. Вы по названию видеоролика уже все поняли, кого я поймал. Но, ребята, интригу я для вас оставил. Как минимум две карточки я поймал дороже 1 000 000 монет. Так что имейте в виду. Ну и так как у нас сегодня 31 число, у нас уже Новый год, возможно, кто-то уже в новом году смотрит данный видеоролик. Хотелось бы вам искренне пожелать отличного Нового года, чтобы вы его классно отметили. В новом году желаю всего самого наилучшего, в первую очередь здоровья, как бы банально это ни звучало. В наше время это очень важный ресурс. Ну и, конечно же, всех хотелось бы искренне поблагодарить, кто смотрел меня в этом году, в прошлом году, в позапрошлом году, кто будет меня смотреть. В общем, всем вам, ребята, огромный респект. Так как у меня канал по FIFA, вы по большей части любите пакетики. Прошлый видеоролик, кстати, был на первом месте, побил все рекорды. Не буду какие-то длинные речи тут пускать. В целом, знаете, что я вам всем искренне благодарен за то, что вы меня смотрите. Сегодня вы увидите, как я поймал Криштиану Роналду и как минимум еще две карточки дороже 1 000 000. Действительно, это отличный подарок, который завершает этот год невероятным дропом. Всем приятного просмотра. А перед тем, как мы продолжим, друзья, хотелось бы вам напомнить о моих спонсорах. Это мои лучшие друзья из компании Пари, которые поддерживают каждый мой видеоролик. В сетке нашего партнера вы найдете события на любой вкус и цвет, начиная от футбола, заканчивая киберспортом. Также у них есть удобнейшее мобильное приложение. Ну и самое главное, вы можете получить 2024 рубля по моей ссылочке. Акция уже доступна для моих подписчиков. Ссылка в закрепе. А если вам нужна новая EAFC, либо различные другие игрушки, а может быть вы хотите просто продлить себе PlayStation Plus, то все это добро вы можете найти у меня на личном сайте, ссылочка будет в описании. Так, ну чё, что по плану сегодня? Сборочки на кумиров на трех аккаунтах, ну и собственно эти пакетики, у нас много больших пакетиков, их тоже вскроем. Так, у меня еще тут Weekend League отыграно на 11 побед. Надо будет сейчас победки слить. Я вам говорил, что я уже даже не пытаюсь сделать какой-то хороший результат. Если я там два мяча пропускаю, сразу же ливаю. 11 побед. Сейчас быстренько победки раздадим. Что у нас по контенту? Давайте зайдем, посмотрим. Вот это контент. Вот они рофлят. Сначала Яшин на ЦЗ. Это вообще было для меня шоком. Карта выглядит просто бомбезно. Типа лям 600. Плейстайлы. Рост. Какой-то дриблинг невероятный. Куртуа на СТ. Блин, он так дешево стоит, 200 тысяч. Может быть, в каком-нибудь ролике и затестирую. У него куча плейстайлов. В целом, поиграть по фану можно будет. Казимира забавный вышел. Тоже на страйкере. 130 тысяч всего лишь стоит, охренеть. Так дешево. Ну и вот сегодня выходит Алисон. За 500 тысяч. 4 на 4. Плейстайл и пауэршот. Что-то непонятное. Типа, мне кажется, 600 тысяч это перебор за такую карту, вам не кажется? Что-то статы выглядят, ну, прям максимально средненькими. Ну чё, поехали. Награды за Викинг Лигу. Плюс 2 пика, 85+. Посмотрим, чё нам здесь дропнется. Альверо нам упал. 85 рейтинг. Но мне не нужен, поэтому возьму рейтинг. Второй пик мы открываем. 88. Асимьен, нормально. Третий пик открываем. В третьем пике 85. Ну и 2 пика, 85+. Let's go. Кого-нибудь классного. Бензема 90. Хорошо. Рейтинг неплохой. И последний пик. О, Лаундруп упал. 90 рейтинг. ПЗ. Можно будет и в основе его заиграть. Сколько он стоит? Ну, 180 тысяч. Итоги года. Что здесь можно поймать? Может быть, что-то хорошее? Давайте вскроем его. Открываем пик и видим. Шевченко видим. Ну, кумир упал. Так, набор основ зимних джокеров. 1000 поинтов. Повышаем ставки. Опа, что-то оранжевое светится. Аргентина. Форо, это что? Это герой Милито, наверное, да? Это Милито. А, нет, это Тевис даже. Тевис у нас стоит 124 тысячи. Нифига себе, я удивлен. Приятно удивлен. 120 тысяч просто на халяву. Так, набор основ с гарантией джокеров. Один гарантированный джокер и 50 редких, 80 или выше. Давайте, открываем. 1000 поинтов. Рабьё. И Альверо, ничего себе, вот это дроп. Удача, 300 тысяч, ребята. Нормально? Хотя, знаете, давайте сначала начнем с моих других аккаунтов. Сюда напоследок, на сладенькое зайдем. Так, начнем с моего первого донатного аккаунта. Собственно, вот такой вот у меня состав на первом донатном аккаунте. Не шибко радужный. Плашка выезжает, понадеемся на что-нибудь прикольное. Все, первый пик открылся. Сейчас будем гадать.
Первая карта. 66 физуха. 35 защита. Дриблинг 8-7. Сомнительно. Передачи сомнительные. Все сомнительно. Это Оуэн. Спасибо большое. Новогодний подарок от eSports. Так, физуха 73. Защита 45. Дриблинг опять 8-7. Господи, что это? Кто это? Кто это? Это Ван Перси. Вау. Вау. Так, ну и второй пик на кумира. Так, второй пик открыт. Физуха 87. Защита 53. Дриблинг 86. Это может быть что-то типа... Что-то типа руни, я не знаю. Да. Здорово, ебать, капать. Че, нормально, ребята? Опять англичане мне сыпят. Руни теперь мне падает. Что-то стена какая-то. И вторая карточка. Физуха 89, защита 90. Ну, это ничего хорошего нам не сулит, это видящий. Ебать. Просто, блядь. Все четыре игрока играли в Манчестер Юнайтед. Что за невероятный пик Манчестера мне дали, блядь, пиздец. Чисто четыре игрока из МЮ. Так, что мы на моем бездонатном аккаунте? Такой вот составчик у меня здесь. Барса мне так и сыпет тут, не знаю, с чем это связано. У меня сразу тут раз, два, три, четыре, пять игроков Барселоны. Как вы знаете, здесь вообще мне не везет, я ни на что не рассчитываю, ни во что не верю. Так, 78 физуха. Может быть, что-то хорошее? Прыжки 50? Блять, все, я все понимаю. Я думал, это какой-нибудь снап. Что это такое? Занети, ёпана рот. Что за кал? Так, и вторая карта. Физуха 83, защита 93. Вау. Это может быть Мальдини? Коновара, ёпана рот. Что за стена, блять? Я напоминаю, я собираю каждую сборку. У меня тут в итоге Шмехель и Смит, и то не от хорошей жизни. Ладно, все, ливаем. Пойдемте на мой лакерный аккаунт. Исторический бис-набор. Один гарантированный герой, либо кумир Центуриона. 3500. Смотрим. Это кумир вроде, да? Нет, это герой. Господи, это герой. Испания, ЦП. Кто это? Серхио Роберто. А за ним этот герой. Но если это не Женоля, то это... Это пиздец будет, это кьют всего лишь, блять. Вот за это я отдал столько денег, это кьют. Один джокер есть, это кость еще, в остальном, конечно, это стена. Чё за пак в сраты? Алисон хуета полная, 90% дизов. Ну я уже начал собирать, ребята, не дезморальте. Давайте искать плюсы, у него 4 на 4, отличный рост. Это чё, кумир? Или это серебро, блять? Как же они байтят? Опа, кто это, ребята? Италия? Форвард? Да не может быть. Это же Балотелли в такой же шапочке, как и я. А вы прикиньте, как было бы рофильно, если бы они эту шапку ему на модельку добавили. Да не, мне кажется, яшники рано или поздно до кастомизации игроков дойдут, не знаю. Есть ощущение, что мы недалеки от этого момента, когда можно будет там всякие космические элементы там внедрять. Мне в пике выпала у себя S-собака, S-собака, это мягкий знак. С наступающим, ребят. Вот как нужно выебываться своим дропом, блядь. Кирилл, спасибо за сотку. Пак за 500 тысяч. 3500 поинтов. Ну вот же оно, ребят. Хигербер, кто за тобой скрывается? Покажись. Ну, кто это? Кто этот великий? Это Родри. 4 информа упало, ребята. 4 информа. Чекайте, какой гол мне забил соперник сегодня. Смотрите на Мусиалу. Чуть-чуть такое, блядь, нахуй. Это какая-то имба, блядь. Смотрите, как он чеканит. Пиздец просто, не? Я охуел просто. Чекайте, какой подкат сделал Ван Диджикей. Вы просто сейчас охуеете. Ну, пас охуенный соперник выдал. Но чекайте подкат. На нахуй. И это не фол. То есть подкат в ноги идет. То есть он мяч вообще не трогает. Нормально? Смотрите, он просто рубит Лео Месси. Он мяч даже близко не трогает. Еще раз смотрим внимательно. Но он же не играет в мяч. Вообще не играет в мяч. И типа все окей. Это может скрипт какой-то у Ван Дайка. Я хуй его знает, блять. Сейчас вы увидите самый главный момент в моей викинге. Просто чекать, я помолчу. Самый главный момент в моей викинге. Самый ебейший гол в моей викинге. Роберто Карлос получает мяч. На нахуй. Нормально, блять? Чё это, блядь? Соперник даже повтор посмотрел вместе со мной. Он мне еще ГГВП написал после этого матча. От перекладины еще залетело.
Помню, как Дэн Бадай в одно касание Неймара, что ли, поймал, или Роналду. Роналду, он, короче, создал себе новый аккаунт вроде. В первом паке выловил Роналду. First pick! First pick! Черный Роналдо, блядь, ты понимаешь это, блядь? Осуждаю. Ой, бля, эмоции, конечно, разъёбы. Ну что, мой финальный аккаунт, мой финальный лакерный аккаунт. Ну тут надо очень постараться, чтобы вытащить что-то в основу. Короче, такой вот у меня состав. Опять же, хрен знает, что мне должно упасть, чтобы я такой, ничего себе. Там какой-нибудь уровень Роналдиньо, может быть, на ЛФА. Либо Гулита на ЦП. Либо Кафу на ПЗ. Так, ну чё, поехали. Два кумира. Так, физуха 86. Что-то непонятное. Защита 87, но это говно какое-то, да? Боже. Блядь. Как ты меня заебал уже. Учеревал, да ладно. Вторую открываем карту. Ай, бля. Так, физуха 79. Может быть, это что-то хорошее. Пока не знаю. Игра головой 90, это вряд ли. 92 дриблинг. Подождите. Подождите. Это что? Это что, ребята, мне упало? Неужели это ебать? Чё это? Тихо. Пацаны, это что? 5 слабое, 4 на финтах. Кто это может быть? Подождите, я не смотрю в чат. 5 слабое. Это может быть Эусебио? Что за пиздец на этом аккаунте происходит, ребята? Ответьте мне на этот вопрос. Это Центурион, блядь. Я думал о его сборке, блядь. Но я его не собрал. И хорошо, что я его не собрал. Ладно, некоторые справедливо говорят. Вот ты говоришь, что ебать лакерный аккаунт. Ну, естественно, он лакерный, если ты много открываешь паков. Но вы на кумиров посмотрите. На кумиров... пики я вскрываю практически на каждом аккаунте. Каждый раз. Я открываю, блядь, и на бездонатном, и на первом донатном. И вот на этом сыпет лучше всех. То есть забудьте про паки и посмотрите на кумиров. Так, и вторая карта. Ну, здесь вряд ли что-то хорошее. Тут уже по статам видно. Да и хуй с ним, блядь. Я как бы, конечно, надеялся и верил во что-то хорошее, но что прям настолько. Единственное, что смущает меня у Эсеби, это отсутствие каких-либо талантов на реализацию. Ну, мощный удар — это хуйня. Для тех людей, которые говорят, что ты много здесь паков открываешь, поэтому тебе везет. Ну, вы посмотрите на кумиров, которые мне падают. Ну, КК, да, это не предел мечтаний, но все же. КК, Эшли Кол, Жорзиньо, Гаринча, который у меня на замене сидит. Эусебио, который мне только что упал. Но куда его ставить теперь, блядь? Мне нравится и Драгба, и Далглиш, блядь, охуеть. Что мне делать, блядь? Ну, в общем-то, друзья... Вот вы посмотрели этот видеоролик, вы уже видели, как я ломал голову над тем, что не знал, какого нападающего поставить в основу. И вы, люди, которые смотрят этот ролик на YouTube, уже знаете, что я поймал Криштиану Роналду. Но вы спросите, в каком паке он был? Почему его не было? И вот, собственно, я вам сейчас расскажу историю. Тот предыдущий пак, где мне упала Путелис, Жорзиньо, я его хотел как-то завершить красиво, и открыл вот пак, в котором мне упал Криштиану Роналду. Я не стал вставлять это в один ролик, это было бы уже слишком жирно, и я решил вам, собственно, показать, как это было. Собственно, смотрите. Ну что, друзья, вот такой вот сочнейший улов получился у меня на аккаунте. Они перевыпустили элитный набор 86 плюс 3 Джокера. Давайте на концовочку его тоже вскроем. Ни на что не рассчитываю, ни на что не надеюсь. Но всякое может быть. Открываем. Это обычная голда. Да, это Салах. Спасибо. Кто же выйдет за Салахом? Кевин Де Брюйне, 91. Куда эти все рейтинги девать? Я вообще уже не понимаю. Так, ну и внутри три Джокера, по идее, должны быть. Открываем. Что? 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 Ребята! Врать нельзя, блять, у меня ночь. Блять, что? Охуеть! Что? 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 Криштиану? Я аж хотел его. Я хотел за него поиграть. Ой, плохо стало. Криштиану Рональду упал сейчас сердечко просто. Что?
что. Я просто сидел, ни на что не рассчитывал, ни во что не... Этот аккаунт просто сумасшедший. Я увидел Шикри сначала, расстроился, потом увидел Криштиану. Вау! Ребята, это пиздец. Это пиздец. Что с этим аккаунтом? Ребята, это просто фантастика. Я не понимаю, честно. Вот так вот поймал два Криштиану Роналду за последние дни. Этого Криро убираем, а этого Криштиану Роналду ставим. Куда ставить? Зачем я Далглиша собирал? Спрашивается. Ну и также после этого я открыл еще один такой большой набор. Три Джокера 87+. Открываем. Пожалуйста. Окей. А кто за Бон-Мати у нас выйдет? Это Милинкович Савич. Так, первая карточка Джокера. Гримальдо 88. Вторая Нкунку. Ничего себе. Анкунку это тоже топ, да? Че я хочу сказать? Неужели мне опять повезло? Что? Ля, ребята, из этих паков просто сыпет пиздец. А куда мне его ставить, ребята? Лям 200 стоит карточка. Вау, я уже устал удивляться этим картам. Реально, какой-то подкрут невероятный идет. Так, тут еще Марко Ройс. Вот так вот завалялся в конце. Вот он, ребята, Криштиану Роналду, за которого я так ни разу и не поиграл. Но если мы наберем 7000 лайков, то в следующем году я обязательно за него отыграю. Если вас интересует геймплейчик, дайте мне знать. Я специально сохранил девственность этого Криштиану, чтобы показать все на ролик. И головная боль стала еще хуже. То есть у меня Эусебио, Криштиану, Далглиш, Драгба, еще и Нкунку. И как мне это все уместить, я не знаю. Нкунку за 1 миллион на замене, Гринчо за 1 миллион на замене. Динатали, который мне очень зашел, я не успел наиграться тоже на замене. Блять, просто жесть. Сквад у меня просто невероятный. Опять же, иногда мне пишут, бля, вот ты говоришь, что это лакерный аккаунт, но ты тут много донатишь, ты открываешь большие паки. Но посмотрите на кумиров. Жорзиньо, Эусебио, Эшли Кол, Гринчо. То есть это 4 игрока железного основу, которые, ну, я никак не могу уместить в одном составе. На предыдущих аккаунтах вы видели кумиров, и они ни хрена не входят в основу. Там я эти большие паки не открываю, но по кумирам тоже можно оценить лакерность этого аккаунта. Вот такое вот завершение года. Криштиану Роналду ждет ваши Лукасы, чтобы отыграть с ним на видос. Кстати, ему белые файносы дали, что немаловажно. В общем-то, ребята, вот такой вот видеоролик получился, последний в этом году. Опять желаю всем отлично отметить Новый год. Спасибо, что вы все это время остаетесь со мной, смотрите мои видеоролики. Надеюсь, все ваши мечты исполнятся, и вы будете самыми лучшими в этом мире. Увидимся уже вместе с вами в следующем году. Не обещаю, что в первых числах. Возможно, какое-то время мне придется потусить, почилить. Все, ребята, надеюсь, ролик не слишком долгий получился. Я понятия имею, какой хронометраж там получится. Все-таки 31 число, всем не до Ютуба. Но надеюсь, вам этот видеоролик понравился. Все, всех люблю, целую, обнимаю. Еще раз отличного Нового года. И увидимся на днях. Счастливо.